Пионерам же ничего не оставалось делать, кроме как взять ноги в руки, вернее, весла в зубы и идти дальше, условившись встретиться в Усть-Паньгоме на острове в Белом море. В это время в команде охотников
Пионеры старались не отстать. Хотя, конечно, богатых трофеев у них не было. Ну, как говорится, голь на выдумке хитра. Во, а это Корней. Совершенно классный паром.
Зеленый. Ну, в общем, бурные воды Паньгомы влились в мировой океан. Вместе с ними туда же влилась группа под пионерским флагом. Скалистый остров в море при впадении реки. Истинный рай для турья. Прекрасные стоянки, обалденный вид, дров немерено, так же, как и грибов. Здесь можно ловить рыбу. Вот там камбалу, например, зубатку. Охотиться на креветок или есть мидий. Ну, короче, курорт. Вот, пионеры разбили лагерь и стали ждать охотников. Четыре трупа возле ката, таков у монстра был конец. Нашего монстра немножко начал издыхать. Да, закусончик неплохо. А что я ем? Ем осетрину. Простую русскую еду. Я осетров ловлю в пруду. Победили, победили. Ага. Да, объектив открыл. Так, мужики обжираются рыбой. Да. Диким образом совершенно. Вот дядя Вова поглощает ее с огромным удовольствием. Закидываешь спиннинг, я вам расскажу, как ловить семгу. Вот посмотрите на то, как он ее ест. Все выгрыз. Берешь спиннинг, закидываешь, тащишь, тащишь. Так, а как ты его тащишь, ты его закидываешь? Подсекаешь блесну, да, и там начнется бьет. А рядом с ним сидит другой дядя Вова, который жует рыбу с ножа. Аккуратненько так. Аккуратненько. Понятно, в общем, да? Глазская рыба. Вот глаз. Есть такой анекдот. Вот если такая укусит, да, за ногу, сразу гидрокостюм прокусывает напрочь до кости. Не, ну это, конечно, все классика. Но сейчас дядя Вова будет кусать кусок от рыбы. Вот крупным планом снимаем это дело. Как вот дико вгрызается в мясо. Опять рыба. И корки бы черные. Который бы день, да? Который день. Рыба, рыба, рыба. О, а это те самые устрицы. Завтрак. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яль, проходит сон. Любовь проходит, проходит все. Любовь придет, мелькнет. Поход заканчивался. В последний вечер все 28 человек собрались у одного костра. Домой совсем не хотелось. Но что делать? Надо же когда-то возвращаться. Теперь на пристани толпа и гомонит, и рукоплещет. Из дальних стран пришел корабль, его весь город ожидал. Горит восторгом каждый лик, и каждый взор восторгом блещет. Гремит салют, вздыхает прав, матросы сходят на причал. Сияние славы их слепит, и их будоражит звон регалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ, как не щадили живота. И свято честь оберегали, и все прошли, превзошли, и осознали лучше нас. Не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Ты знаешь, я не утерплю, я побегу полюбоваться. Я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Сколько можно день и ночь с тобой рядом оставаться и любоваться день и ночь тобой и больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах и шум толпы так ясно слышим. Я различаю рокот волки в небе пушечной пальбе, а ты смеешься надо мной. Ты ешь варенье из виши, и мне не веришь на грош, и я не верю сам себе. Столпотворение и век заветом растворен в водовороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, но на земле его никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один, вечно новый. И ложки ягодка блестит, не донесенная до рта, ни кровь, ни слезы, ни вино.
всего лишь только сок вишневый.